Битва снежками, танцевальный челлендж и спортивный марафон. Это лишь немногие зимние забавы, которые приготовили для белгородской детворы в областном центре. Рассказываем полезную информацию для родителей. В эфире, посвященном Международному дню чая, проводим специальную церемонию в студии. Сегодня в гостях программа «Такой день» чайный мастер. Он даст экспертные советы о том, как правильно заваривать и пить самый популярный напиток в мире. В селе Скородном Губкинского округа прошел 9-й брендовый фестиваль «Казачий круг». Он собрал казаков и казачат со всей области. На праздник приехали целыми семьями.